Чувашская государственная сельскохозяйственная академия в последнее время пользуется большой популярностью. Правда, не у студентов, а у журналистов и правоохранительных органов. В конце июня здесь разразился скандал, связанный с выборами главы академии. Тогда руководство вуза не пустило на это мероприятие ни представителей СМИ, ни полицию. В обстановке строжайшей секретности на пост ректора была переизбрана Людмила Линник, которая ранее возглавляла ЦИК Республики. Затем последовала череда поправок и разбирательств. А накануне стало известно, Линник подозревают в мошенничестве на одном из прежних мест работы. Об этом написали все ведущие СМИ Республики. Однако данные журналистов кое в чем разошлись. Так некоторые источники сообщают. На нынешнего ректора Академии завели одно уголовное дело по 6 эпизодам. В других, не менее авторитетных, сообщается о ряде дел. Управление ФСБ по Чувашии возбудило 6 уголовных дел о мошенничестве на 100 тысяч рублей в отношении экс-руководителя ЦИК Чувашии Людмилы Линник, являющейся в настоящее время ректором Чувашской государственной сельхозакадемии. По версии следствия, она за бюджетные деньги ездила по личным делам за границу.